exactly where she wants to meet. The last cigarette, broken phone. The rain's gonna be really soon. Следующая остановка в нашем путешествии – это North Up Canyon. Это очень живописное место, через которое проходит трейл. Трейл не трудный и не очень длинный. В конце нас ждет заброшенный город из нескольких старых-старых домов. Джон и Кэти Нортроп поселились в самом сердце этого каньона в 1874 году. Они стали заниматься животноводством и параллельно устанавливали систему водоснабжения. Когда же все было готово и орошение было налажено, они разбили свой первый сад в этом районе. После того, как Джон с семьей покинули это место, раньше использовалось новыми владельцами для разведения крупного рогатого скота, и каньон снова процветал как ферма. Новые владельцы также провели сюда электричество, добавили орошение и занимались выращиванием люцерны вплоть до 1970-х годов. Начиная с 1976 года, территория каньона была включена в систему парков штата Вашингтон. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. But I yeah.
will be no hard goodbyes. Thank God we're civilized. Steamboat State Park является одним из самых красивых мест штата Вашингтон. Мы были здесь в конце мая, и кемпинг по причине карантина все еще был закрыт. Это было очень непривычно, такая огромная территория красивейшего парка и никого вокруг. Только мы и несколько рыбаков. Shadow plays.